И я с удовольствием приглашаю на сцену наш северонежский хор «Сударушки». Капитолина Ивановна Рязанова, Римма Захаровна Бабкина, Мария Петровна Вострякова, Вера Ивановна Чубарова, Светлана Михайловна Ведищева, Валентина Тимофеевна Дегтярева, Нина Егоровна Дементьева, Анастасия Константиновна Пропалова, Валентина Александровна Богданова, Анфиса Александровна Митина, Нина Петровна Барабанова, и бессменный руководитель хора «Сударушки» Валентина Николаевна Тимбучина. Я приглашаю на эту сцену для приветственного слова депутата муниципального образования Северонежская Валентину Анатольевну Зайкову. Добрый вечер всем присутствующим. Я по поручению главы администрации и депутатского корпуса хочу выразить благодарность этому прекрасному творческому коллективу «Сударушки» за творчество, инициативу и активное участие в жизни поселка. Вот такая вот благодарность вручается. Валентина Николаевна, принимайте. Ну и еще, наверное, после течения концерта, после завершения концерта вы будете пить чай вот с этим яблочным пирогом. Спасибо. Хочется пожелать, сказать спасибо сначала за то, что вы у нас есть, за то, что вы радуете своими песнями наших жителей поселка и не только поселка, а всего района, и пожелать вам творческих успехов в труде, вот такой вечной энергии, задора, ну и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам. Наш концерт мы назвали «Пока живешь на белом свете, радуйся». Именно с таким девизом идут по жизни наши сударушки. И вот уже почти 17 лет они радуют нас своим творчеством. И всегда они красивые, улыбчивые, непосредственные. А все потому, что радуются каждому новому дню в своей жизни. И песня помогает им во всем. Слова народные. Музыка финская народная. Говорят, что мы старыми стали. Исполняет хор «Сударушки». Пока живешь на белом свете, радуйся. А если очень горько, то поплачь. Никто не застрахован в жизни, кажется, от неприятностей и неудач. Пока на ясном небе светит солнышко, пока в ручьях поет, звенит копель, ты эту радость жизни пей до донышка, а выпил все, и горе не беда. Если нас песня зовет за собой,
патриотической песни «Сполохи 2012», посвященный 75-летию Архангельской области. Хор ветеранов «Сударушки», как участник фестиваля, был отмечен самой высокой наградой. Они стали лауреатами первой степени. И сейчас они исполнят песню, которая и принесла им победу. Слова Журавлева, музыка Чернобая, «Край Марьяны». Песня звонкая, ты куда и русь?
хороших немножечко отдохнуть. Они смогли вновь выйти на сцену такими же красивыми. Мы решили немножечко наш концерт разбавить девочками, школьницами. И я на эту сцену приглашаю Вику Копылову. Басня «Петух и жемчуг». Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: «Куда она? Какая вещь пустая? Не глупый, что его так ценят высоко? А я бы, право, был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь хоть видно, да сытно. Невежи судят точно так, в чем толку не поймут, то все у них пустяк». Дорогие женщины, сидящие в зале, скажите, ведь приятно же, когда нам по поводу и без повода мужчины дарят цветы. А как вы думаете, как чувствует себя мужчина, когда слышит в ответ, как женщина ласково к нему обращается? Не знаете? А вот об этом нам споет Капитолина Ивановна Рязанова. Слова и музыка народные. «Одуванчик». Называешь меня ты ромашкой и цепляешься словно репей. Одуванчик ты мой, одуванчик, золотые прошли времена. Одуванчик ты мой, одуванчик, облетели твои семена. Твоих лишь одна путь дорожка нам с тобою была суждена. Одуванчик ты мой, одуванчик, золотые прошли времена. Одуванчик ты мой, одуванчик, облетели твои семена. Сядь-ка, родной, на диванчик, пусть не бог ты, но рядом зато. Я ромашка, а ты одуванчик, и дороже для нас нет цветов. Одуванчик ты мой, одуванчик, не томи ты себя, не томи. Одуванчик ты мой, одуванчик, ты покрепче меня обними. Капитолина Ивановна Рязанова и аккомпанировала Валентина Николаевна Типухина. А вот еще одна лирическая композиция про отношения мужчины и женщины. «Помню я еще молодушкой была» — Светлана Михайловна Ведищева. Встречайте! Сумеркалась, я стояла у ворот,
А по улице все конница идет. Тут подъехал ко мне барин молодой, говорит, на мой красавица водой. Он напился крепко, руку мне пожал, наклонился и меня поцеловал. Долго я глядела ему вслед, обернулся, помутился белый свет. Всю там ноченьку мне спать было не мочь. Раз красавец барин снился мне всю ночь. А потом уж, когда в домушка и была, пятерых я дочек замуж отдала, к нам приехал на квартиру генерал. Весь израненный так жалобно стонал. Пригляделась, трепенулась душой, это тот же прежний барин молодой, та же удаль, тот же блеск в его глазах, только много седины в его усах. Молодёшенька и была, и опять я целую ночку не спала. Всю там ноченьку мне спать было не мочь, раз красавец барин снился мне всю ночь. Валентина Николаевна Теплухина. Прости все грешных нас людей за малодушие, неверие, уныние. Прости за то, что молимся в беде, а чуть пройдет, забудем Божье имя. Прости, что искренне мы лишь в своих слезах, что лишь в беде открыты наши души, а чуть уменьшится немножко боль в сердцах, становимся чистее, злее, суше. Прости, Господь, дай верить и любить, и укажи нам к радости дорогу, и научи в веселье не забыть сказать спасибо людям, слава Богу. Дорогие зрители, ну что ж, вашими аплодисментами мы приглашаем вновь на эту сцену хор «Сударушки». И разлетаемся, словно птицы. И вот мы уже взрослые, у нас свои семьи. И в жизненной суете каждый из нас со своими заботами и проблемами забывает о чем-то главном. И только один человек на свете до последнего стука своего сердца верит и ждет нас, своих детей. Это наши мамы. Дай Бог здоровья им всем! И светлая память тем, кого уже с нами нет.
стихотворение о маме. Читает Аня Зайцева. От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща. За то, что когда нам приходится туго, мы можем сполкнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже морщинка глаза. Но стоит с повинной прийти головой, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда, без утайки и прямо, мы можем доверить ей сердце свое. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее. Слова и музыка Елены Василек. Песня о маме. Исполняет хор Сударушки. Своих матерей. Поэтому в их репертуаре так много песен,
вот на эту тему песен о маме. И сейчас еще одна, я ее называю «Моя любимая песня». Слова Бокова, музыка Пономаренко. «Не ругай меня, мама». Слова Молчанова, музыка Аиданицкого. Исполняет Сударушки. Умывает красное солнышко руки тёплые.
сегодня, конечно, волнуются, а так они такие юморные, знают столько всяких народных присказок, премудростей, а сколько вообще каждая из них — это кладезь талантов. И вот такой талант сейчас выйдет на эту сцену. Встречайте, Анфиса Александровна Митина, басня «Волк и лисица». Увез лисицу в больницу, в такой многоэтажный дом, что называется роддом. Веками шла с лисой война, а тут вот на тебе жена. И даже кто-то у лисицы от волка должен был родиться. Волк собираться тут начал, классный костюм себе достал, умылся с мылом, причесался, чуть-чуть на травке повалялся, что пахло от него травой, а не мертвячиной какой. Купил цветы, нанял такси, уселся и поколесил. Приехал, а его ждут, и сверток бережно несут. Дальше что я забыла? Забыла, что дальше. И сверток бережно несут. Ага. Забыла? Нет, ну да. Потом он снова сел в такси и тихо ехать попросил. Опять забыла. Дорогой стало не втерпёж. Взглянуть бы. На кого похож? На кого бы похож? От злобы ёкнуло в груди. Ну, заяц, погоди! От зайца. Поэму Михаила Ножкина «Ах, эти русские старухи» читает Светлана Михайловна Ведищева. Старухи с улыбкой чашки крест несут, с неистребимой силой духа и вечной верой в правый суд. Умеют справиться с бедою, стократно горе пережить, а существо их молодое, готовое добру служить. Умеют радоваться жизни, готовы целый мир обнять, от века будто бы сто жильны, а почему и не понять. Любая им работа впору, и все заботы нипочем. Они как печка, от которой мы начинаем свой отсчет. При жизни более чем скромный, чего ж тут греха таить. Они готовы мир огромный и накормить, и напоить. В них наша славная порода, в них мудрость прожитых веков, в них соль земли, в них суть народа, в них боль великих босяков. Они такого навидались, так намотались на Руси, так натрудились, настрадались, так натерпелись, нарыдались, что помнить даже нету сил. Им в будний день забот немало, а уж в военные года, когда на нас беда напала, вот уж досталось им тогда.
родня на фронт спешила дружно. Старухи, добрый дав наказ, крестили вслед. Идите, нужно. И в 100 работ вцеплялись в раз. В тылу с разрухой воевали, победные укрепляя дух. И в городах к станкам вставали, и в деревнях впрягались в плуг. И там, где трудно, там, где надо, повсюду были впереди. А вечерами тайно у лампады шептали их. Наших пощади. Но в их судьбе, к душе их тонкой, судьба была глуха, нема. И похоронки, похоронки взрывали горем их дома. На сыновей, мужей и братьев, и на сестер, и дочерей. Вот уж хождение по мукам и вечной памяти костер. Но не согнулись, не сломались. Бедой придавленный раз, они вставали, поднимались и за собой тянули нас. Все недосуг нам, все накладно, им слово бросить на бегу. Мы перед ними в неоплатном и неоплаканном долгу. Они обиды наши сносят, и тяжбы с нами не ведут, и нашей помощи не просят, и нашей почести не ждут. Лики, как иконы, в них негасимый вечный свет. Они живут по тем законам, святей которых в мире нет. Вот теперь аплодисменты. Светлана Михайловна, еще. Видите, просьба всех северонежцев. Я сюда приглашаю для сольного выступления Валентину Николаевну Теплухину. Народные мелодии. Попурри! Встречайте!
Дорогие зрители, а вот помните во времена СССР, как мы часто все ходили в клубы? Кто-то на партсобрания, кто-то на концерты, кто-то еще на какие-то вечерки, встречи. Некие бежали туда, как на праздник. Кому-то не позволяла вера. А вот были и такие случаи, о котором поведает нам сейчас опять же Валентина Николаевна Тепухина. Раньше был мой муж несознательный, не пускал меня на собрание. Соберусь куда? Он ругается, а соседка моя ухмыляется. Что говорит? Сидишь, говорит, соседушка Матрёша. В клуб, говорит, сходи, говорит, доклад идет хороший. Дома убрано, делать нечего. Муж придет домой поздно вечером. И решила я этим вечером в клуб сходить, взглянуть хоть одним глазком. Ой, говорю, боюсь, говорю, ну что со мной будет? Муж, говорю, меня, говорю, бараний рог закрутит. А соседка меня информирует. Посмотри-ка, кто агитирует. Не поверила я сама собой. На трибуне-то благоверный мой. Клуб говорит, совет говорит, вам, женщинам, дорога. Вы должны, говорит, шагать с мужьями в ногу. Сердце тут мое так и треснуло. Вышла я вперед, да и резнула. Говорю, мой муж на слова горазд, а вот мне шагать никуда не даст. Ты, говорит, сиди, говорит, по клубам зря не шлепай. Щи, говорит, вари, говорит, стирай, говорит, да штопай. Зашумел народ разволнованный, а мой муж стоит так заколдованный. Покраснел, как рак, в стенку так и влип. В зале шум, галдеж, аж звонок охрип. Прочь, говорят, долой, говорят, оратор наш речистый. Прочь, говорят, не надо, говорят, такого активиста. И с тех пор хожу на доклад любой, а домой приду, муж совсем иной. Стал он ласковый, обходительный, мне принял билет пригласительный. Что, говорит, сидишь, говорит, голубушка Матрёша, в клуб, говорит, сходи, говорит, доклад идет хороший. Сейчас, сударушки, вас приглашают на вечерки.
и денежка-то прошла. Просеяли все, напахались и насеялись. Все дела сделаны. Ну, так не грех и посидеть, отдохнуть, посудачить, кое-кому и косточки промыть. Споем-ка нашу любимую песенку. За такими инструментами, как прясла, то и песня-то хороша. У, прясла!
Сорок лет я не женился,
Ивановна, как ветеран сударушек, скажите свое слово. Уважаемые зрители, не знаю, понравился, не понравился нам наш вам концерт. Желательно бы узнать, понравился, не понравилось. Если похлопайте хорошо, мы поймем, понравится, не понравилось. Спасибо. Но что еще хочу сказать? У нас к вам большая просьба. У нас не хватает женских голосов, а мужских вообще нет. Приходите к нам, пожалуйста. Будем вместе репетировать, вместе выступать. И как дружить. И дружить. И не стареет душой ветераны. Спасибо. Заключительная песня. Начинали-то мы, что мы старые стали? Нет. Так мы снова молодые. Молодые.